Кража полотна Бэнкси попала на видео. Картина «Охотники за тележками» была украдена неизвестным с выставки в канадском городе Торонто. В канадском городе Торонто с выставки была украдена картина Бэнкси «Охотники за тележками». Инцидент был снят на видео камерами видеонаблюдения. Об этом пишет The Star. На видеозаписи видно, как в помещении появляется мужчина, облаченный в черную куртку и камуфляжную кепку с платком на лице. Он беспрепятственно снимает картину со стены и уходит с ней. По информации издания, кража полотна произошла за несколько часов до официального открытия выставки. Стоимость картины эксперты оценили в 45 тысяч долларов. Бэнкси – псевдоним британского андерграундного художника стрит-арта. Личность художника остается неизвестной. Работы художника оцениваются в миллионы долларов, при этом нарисованные на домах картины увеличивают стоимость недвижимости. Ранее сообщалось, что граффити Бэнкси рабский труд продали за более чем 1,1 миллион долларов. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.